лондонской бирже нефть подорожала на 3%. Котирование инфляции как никогда. Майские фьючерсы на газ упали ниже февраля. Доллар отрицательный рост. Рекордные прибыли. Рынок сам все отрегулирует. Мы эту болтовню выключим навсегда. Котирование инфляции как никогда. Николай, ты куда? Куда-куда? На работу. В Кремль. Вот так. Поиграли в капитализм, и хватит. За Николая Харитонова. За КПРФ. За социализм.